В общем, я уже дома. Хотела съездить на пляжик искупаться там, но как бы мне немножко впадло одной туда ехать. Спросила у мужа своего: не хочешь ли мне составить компанию? Не факт, что, конечно, купаться, но хотя бы просто поснимает и рядом побудет. А то страшно. Ну, в общем, желания особого не изъявил, поэтому будем омовяться. Производить омовение на месте с ведрами. Неожиданно мой муж согласился на мою аферу и решил прокатиться со мной вместе. Я говорю ему, говорит, почему я с тобой должен ехать? Я говорю, ну так, тогда ты хотя бы узнаешь, где я утону. Говорит, я и так знаю. Я говорю, ну ладно, если не хочешь, то это самое. Поставила машину в гараж, он говорит, ну ладно, я одеваюсь. Ну, значит, может, хоть как-то. Да, с октября тут не было. Снега нет. В всяком случае, здесь вода открытая, что в других местах лед лежит. Да, ну что, приступим. В общем, а? Окей, говорит, лодка одна утонула. Ага. Гамбля старая, которая лодка. Вот. Я с собой нагребла. Витаки, вурде блир бедрю коме ин. В общем, такая красота. Запечатлим для истории. Так. Не факт, что я смогу залезть. Это я просто хочу попробовать. Если я смогу, значит, в общем, такая тут у нас красота. Вот. Вон лодка. Мясо. Скал виси. Клара рекома ин. Ну, попробовать можно. Короче говоря, сейчас переоден. Сортет? Ну что, попробуем. Как говорится. Одежда нагребла с собой море. Посмотрим, чем закончатся мои как говорится, я пошла. А, сегодня 19 января 2020 года. Первый раз окунаюсь в воду в этом году. Во всяком случае, пробую. Снимаешь? Фильмер? Зашибись, холодно. О. О.
Bums on the air, perfect. Ноги хан шлаф. Камера. В общем, скажу честно, я не ожидала. Сейчас, кстати, плюс 3. А не, плюс 1. Вон, сейчас я ему покажу. Плюс 1. О. И дату покажу. Что сегодня у нас 19 января 2020 год. Так сказать, доказательство. Это я Юрда. Ой. Вот. Перевозбудилась. Не смогла нажать на педаль газа. Ну, очень классное такое чувство вообще. Я сколько пробовала предыдущие года, но все время было лед и снег. И невозможно было доползти до этого самого. А тут вот как будто меня ждали. Kanske du må ha den? Nei. Jo da. Da må du rydde bilen først. Baby. Jeg er så довольна, at jeg smagla det å gjøre. Просто как-то... Я скажу абсолютно, положа руку на сердце. Я даже отчасти обрадовалась, когда муж сказал, что я с тобой никуда не поеду. Так вот. А тут, Натя, пришлось это самое... все-таки подвиги совершать. Хотя я, конечно, не от себя не ожидала этого.